25 мая в торжественной атмосфере банкетного зала ювелирного дома «Эстет» состоялся традиционный весенний фэшн-бал модельного агентства «Top Secret Kids», приуроченный ко Дню защиты детей. На одном из лучших подиумов Москвы юные воспитанники и воспитанницы модельной школы продемонстрировали новые коллекции успешных российских дизайнеров. Ну, тренды у нас, наверное, сейчас общие, да, это оверсайз, он до сих пор в моде, он не выходит, и он очень удобный. А в модельной школе мы занимаемся танцами, дефиле и актерским мастерством. Это мне очень помогает в обычной жизни, я избавляюсь от многих комплексов. Да, хотелось бы верить, что я мама начинающей модели, считаю, что сейчас такое время, динамично развивающееся, и очень здорово, когда есть возможность детей в разных направлениях двигать. Вниманию гостей была представлена удобная и красивая одежда из натуральных и современных материалов для детей и подростков, актуальные в предстоящем сезоне модели оверсайз и в классическом и спортивном стилях, элегантные воздушные образы для торжественных случаев и многое другое. Сегодня состоялся традиционный фэшн-бал. Это мероприятие проходит каждый год. Это выпускной вечер, выпускной экзамен в нашем модельном агентстве. Бал «Top Secret Kids» стал отличной возможностью для начинающих моделей в очередной раз показать свое мастерство и высокий профессионализм. Красочный праздник моды и стиля ярко завершил учебный год, зарядив ребят прекрасным настроением на все лето.